Сериал «Отпуск» – семейная комедия о том, с каким размахом россияне отдыхают на курортах Краснодарского края. Геленджик. Семья Беляевых из Норильска в 11-й раз приезжает отдыхать в гестхаус к дяде Боре. Правда, героям этой истории очередная поездка в Геленджик сулит не только долгожданный отдых, но и миллион забавных, странных, порой опасных ситуаций, какие могут случиться в южных краях, а также перемены в жизни. Оказывается, у Бори появилась девушка Мадина, которую он увел у самого крутого местного бизнесмена Таймураза, который теперь жаждет мести. Саша, старший сын Беляевых, хочет сделать предложение Люсе, дочери дяди Бори, с которой он дружит с детства. Но Саша еще не знает, что у нее есть парень. Сашина мама Лариса, устав от выходок непутевого мужа Севы, решает развестись. У Севы есть время до конца отпуска, чтобы сохранить брак и доказать Ларе, что он хороший муж и отец. Это история двух семей, в каждой из которых люди борются за любовь. Содержание серий. 14 серия. Саша знакомится с отцом Тони. Отец требует, чтобы Саша с ней расстался. Сева пропал, его нет уже целые сутки. Лариса и Боря отправляются на его поиски.